Злополучное утро пятницы 13-го началось почти как в кино. Алексей отвел сына в детсад. На выходе его подкараулили сотрудники МВД. Под туманным предлогом его усадили в машину и отвезли в отдел. Причину задержания улан-удэнец узнал уже там. Пропаганда нацистской атрибутики в социальной сети ВКонтакт. Несколько месяцев назад он сделал там перепост демотиватора с изображением Гитлера. Вот эта картинка. Еще один эпизод, который мне тоже ставили в вину. Это рассказ в интернете. Длинная статья о том, что русский ученый в Первую мировую войну изобрел самоподогревающиеся консервы на основе звездки и воды. Вот. Самоподогревающиеся консервы. Очень удобно. Горячая пища. Технически эту идею осуществили немцы. На немецкой банке, что характерно, красовалась нацистская символика. В этот же день мужчину отвезли в суд. Он длился недолго. Карнаухова признали виновным и оштрафовали на 1000 рублей. По мнению Алексея, ситуация абсурдна. Неужели даже советские фильмы о Великой Отечественной теперь нужно запретить из-за того, что в них разгуливают люди с фашистской символикой? Вот мнение по этому поводу кандидата юридических наук Кирилла Рытченко. В соответствии с мнением комментаторов Кодекса административных правонарушений не образует состава статьи 20.3 «Случаи демонстрирования нацистской атрибутики и символики в художественных и научных публикациях, фильмах и других материалах». Когда использование соответствующей символики и литературы не направлено на пропаганду нацистской атрибутики и символики, а также идей нацизма, нормативно данное положение не отражено ни в одном действующем акте. Точку зрения этого эксперта подтверждают и специалисты Российского информационно-аналитического центра «Сова», как раз занимающегося проблемами национализма и ксенофобии. Сама по себе свастика не опасна. Опасен смысл, в нее вкладываемый. Так что закон в этом вопросе несовершенен. Теперь, даже публикуя изображение Штирлица, вы рискуете попасть под прицел бдительных стражей порядка. Алексей же чувствует себя несправедливо наказанным. В планах мужчины обжаловать это решение в Верховном суде и придать его максимальной огласке. Софья Евдокимова, Сергей Костенко. Новости дня.